пельменями. Дома с пельменями сидим. Дома с пельменями. Привет! С вами Дмитрий Улекоткин и наша ежедневная рубрика «Лайфхаки самоизоляции». Многие спрашивают, чем занять ребенка, когда он вам надоел за 2 недели самоизоляции? Как это не педагогично звучит, это правда. Значит, самый лучший способ занять ребенка – это сделать так, чтобы ребенок был не один в семье. Ну, если вы эту проблему не решили, то я надеюсь, за этот карантин вы ее и не решите. Я надеюсь. А на следующий карантин, конечно же, готовьтесь заранее. Самый лучший способ, конечно, это дать ребенку планшет. Надержи. О, увлекся. Видите, сразу увлекся. Увлекся подбиранием пароля. Я надеюсь, это займет его надолго, ведь он, ведь мать-то тоже 1,5 года подбирал пароль к моей карте. А нет, не в мать. В отца. Дома с пельменями. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы с вами окунемся в удивительный мир сна. Ведь сон – это место, в котором каждый может побывать где угодно. А это очень актуально в нынешнее время. К тому же спать можно абсолютно везде. Можно спать на кровати, на диване, на полу, на столе, на животе, под животом, сидя, лежа. Можно спать стоя. А, нет, нельзя. В комнате у детей. Это моя комната! В комнате у своих детей. Это моя комната! Это моя квартира. Можно храпеть. Можно не храпеть. Можно не храпеть. Можно делать вид, что ты спишь, и не спать. Папа, пойдем поиграем. Тише, папа спит. Можно спать, как Ленин в 17-м. Можно, как Ленин сейчас. Можно, как Бузова. А что, Бузова как Ленин спит? Ну, почти. Можно спать, как Рейтер. Как Путин. Россия, Россия, Россия. Можно спать, как Собянин. Москва, Москва, Москва. Или как мэр Нового Уренгоя. Почему я? Можно спать, как депутат. Голосуем, кто за. Можно спать, как хозяйка Тома из мультика «Том и Джерри». Можно не храпеть. Можно спать, как отец 2 детей. Где мои дети? Мы здесь. Можно спать, как отец 10 детей. Папа, мы здесь. Да дайте поспать. Можно спать, как Владимир. Я спать. Ты же только что спал. Я обнулился. И самое главное, когда ты спишь, ты не тратишь деньги на еду и свет. Когда я ем, я глух и нем. Когда я сплю, я экономлю. Спите, экономьте. Приятного сна. Дома с пельменями. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Дмитрий Соколов. И сегодня я вам расскажу о современных технологиях, в которых я дока и мастер. Значит, дорогие мои подписчики, ну, конечно, правильно говорить, не подписчики, вы же смотрите, значит, мои подсмотрщики. Дорогие мои подсмотрщики, сейчас я расскажу вам, как правильно смотреть друг на друга по телефону. Есть такая программа, но это не телепрограмма, а программа для телефона. Ну, как это странно очень, конечно, звучит. Для меня это тоже странно, потому что мастер в этих делах, и для меня все равно это странно звучит. Программа для телефона, она называется Zoom. Это как Zoom, только Zoom. Получается, не центральный универмаг, а какой-нибудь закавказский универмаг. Вот надо установить закавказский универмаг на телефон. Чтобы установить в телефон программу Zoom, нужен сгодится даже любой ребенок, где-то старше 7 лет. Иди сюда. Тебе сколько лет? 5. 5.
Машу позовите. Маша! Установи зум. Все? Спасибо. Вот я установил зум, потому что у меня есть ребенок старше 7 лет. Дальше надо зайти в зум и создать конференцию. Но понятно, что вы... Это не грушу-конференция, потому что грушу-конференцию вы не сможете создать. Потому что она уже разработана Томасом Фрэнсисом Риверсом. Нет. В Сноу Бриджи, штат Хартфордшир, в 1855 году. Вот. Ну и все. И теперь вы можете разговаривать. Потому что Zoom – это как Skype, только лучше. Что такое Skype, я вам скажу позже, когда прямо разберусь в этом, когда узнаю, что это такое. А теперь стих. Поставил Петя зум, и не случайно. Хотел общаться Петя вертикально. Поставил Петя зум, и не случайно. Хотел общаться Петя виртуально. Лежать вот так хотел, и есть горизонтально. И оказалось, с этим зумом все это реально. А лежать помогает еще один плюс. Bluetooth. До новых встреч. Ждем новых версий всяких разработок. Дома с пельменями. Вот такой вот карантин. Так, это кто это у нас там? Есть Елена Прекрасная, есть Елена Огородница. Подожди, я сейчас баранить еще буду. А, держать. Ты меня будешь баранить? Пока вроде не за что меня баранить. Нет, я буду землю нашу. Вот, скажи, пожалуйста, Лен, мы решили твою песню улучшить. И если, да. Если ты не против, я сейчас ее тебе постараюсь поставить, а ты ее постараешься послушать. Я, правда, ты знаешь, еще пока не разобрался до конца, что тут нужно нажимать, но я попробую. И она должна появиться. Если бы ты знал, как мне жаль, стала уже стройной, как дверь. В супермаркет в марте дура не зашла, мол, народу много там, а теперь не могу купить мясо я, не могу достать овощей. Ведь метрах 100 от дома, от моего, только, блин, 1000 мелочей. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. Сигареты опал, взятые еще по талонам. Снова стою одна, снова варю гречу, снова. Ведь осталась она еще с кризиса 2008-го. Если бы ты знал, как мне жаль, что не поддалась на интим и не пошла тогда к тебе я ночевать, а на утро наступил карантин. И сейчас сидели б вдвоем, фотались на фоне ковра, обсуждали бы, куда в июле пойдем, когда станут выпускать со двора. Снова стою одна, снова пою, мама, снова. Песню старую я, взятую за основу. Желаю тебе, страна, спокойствия, как от грома. На всю рукою махнуть и оставаться дома. Скажи мне, пожалуйста, тебе понравилось? Мне очень понравилось. Мне вообще все, что Ксюша делает, нравится. Понятно? Ты знаешь что? Я тебе так скажу. Ответ такой. Мне не понравилось. Бывает такое. Вообще, я не люблю бездарное исполнение. А когда человек талантлив, он, конечно, телефонную книгу споет. Даже такую говеную песню, как курю. Это я вслух сказала. Знаешь, нам для тебя, Леночка, ничего не жалко. Ты ведь знаешь, как мы тебя любим.
Да. На самом деле, будьте здоровы, будьте все здоровы. Да, в принципе, и постарайтесь по возможности наслаждаться. Очень часто мы не радуемся тому, что, в принципе, господи, как глупо. Давайте уберем. Понимаю, что деньги очень важны, но мы же всегда с детства говорим, деньги не важны, деньги не важны. Да, опять скажут, конечно, вам, артистам, легко, вы у нас мультимиллиардеры и тому подобное. Люди, есть вещи, которых мы просто не успеваем в жизни делать. Действительно не успеваем. Серый, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Потому что нам, взрослым людям, некогда. Мы работаем. Каждый на своей работе. И мы не успеваем делать те вещи, от которых в детстве бежали, а потом где-то уже в пожилом возрасте сидим, говорим, господи, мы не успели. У нас выдался в какой-то степени очень великий просто момент, когда мы можем сделать и успеть то, о чем мы будем вспоминать на самом деле всю жизнь. А мы русские. Ну, россияне, скажем так. Мы вообще ко многому с юмором подходим, к очень многому. И через какое-то время, на самом деле, мы будем вспоминать какие-то вещи с такой доброй и теплой улыбкой, и будем очень... Ну, я уже молчу про то количество шуток в интернете, которые сейчас... Ну, ни одна страна мира... Серега, ведь ни одна страна мира не породила столько юмора, сколько у нас уже по поводу карантина. Пацанам с Урала привет! Питеру огромный привет! Пока, давай, пока, Леночка. Целую. Пока, дорогая. Целую. Это была Елена Ваенга. В следующий раз мы обязательно с вами встретимся. И к нам присоединится замечательный композитор и музыкант. До новых встреч, дорогие друзья! Дома с пельменями. На дверь прибью я дермантин. Пыль протру поверх гордин. Выпьем парочку полтин. Шить тебе, что ли, кринолин? Ну-ка выпью анальгин. Пересчитаю желатин. Поиграю я в сардин. Постругаю буратин. А вот так вот без морщин. Почитаю я проклин. И буратином анальгин. Нифига себе, властелин. Я походу осетин. Алло, телемагазин? О, сардиновый трамплин. Блин, опять адреналин. А если жарить мандарин? 200 101. Пугачева, Орликин. Назову Вениамин. Ну и где тут каротин? Буратино бы Мальвин. Ну и чем я не говин? Ну, прощай, Вениамин. Хрен с ним, мало половин. И Мальвина Манальгин. Ну, сисигэпл ваш кретин. Вот ты сбился, блин. Ну что, Фунтик, на Берлин. Во, как торкнул анальгин. Вот такой вот карантин. Дома с пельменями. Вот такой вот карантин. Кин-кин-кин-кин. Вот такой вот карантин. Кин-кин-кин-кин. Вот такой вот.